Добрый день всем. У нас в доме есть вот такой замечательный магазин, называется «Листок». Решила зайти посмотреть, кое-что мне нужно было, ну и заодно снять для вас обзорчик. Очень много здесь аксессуаров различных для праздника. Свечи, тарелки, шарики. Косметика для девочек. Такие наборы красивые, подарочные. Можно даже, вот, наверное, скоро 8 марта подарить девчонкам. А, это подарки для мальчишек на 23 февраля тоже, наверное, подойдет. Я помню в свое время, когда дети маленькие были, я вот такие маленькие книжки искала. А тут их в достаточном ассортименте. Очень много настольных игр. Есть даже подобие монополии. Я, кстати, ходила, искала монополию. Но тут самой монополии нету. Есть вот аналоги этой игры. Что еще я заметила в этом магазине? Очень большой ассортимент товаров для творчества. Краски, кисти, карандаши, фломастеры в красивых подарочных упаковках есть. Прям такие железные коробки с фломастерами, с карандашами, которые не стыдно подарить ребенку. Как в очень красивом оформлении. Вот это точилочки тоже интересные такие. Очень большой выбор кисточек различных. Прям кисти есть, наборами есть, поштучно, белка. Видите, тут даже написано размер, цена. Кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите. Есть вот такими наборами. Очень много, очень большой выбор. Вообще, «Листок» — это у нас сеть магазинов в Перми. Это не единственный магазин. Наверху, видите, гуаши различные. Но сейчас я обойду с другой стороны и покажу вам с ценами. Магазин не очень большой, но очень большой ассортимент вообще товара. Я искала больших крупных супермаркетах. Мне нужны были краски. И не могла найти то, что мне надо здесь. Пусть небольшие наборчики, но есть практически все. На любой вкус, на любой вид. Я искала себе акриловые краски, мне нужно было. Уже не помню для чего, не нашла в огромном большом супермаркете. Здесь небольшой наборчик, но есть карандаши. Вот смотрите, какие красивые.
упаковке. Фломастеры тоже есть в красивых упаковочках. Вообще магазин мне очень понравился. Тетради. Вот эти, кстати, тетради простые, да, совсем зеленые, вот эти желтые. Во многих магазинах просто их нет от слова совсем. Ну, трудно найти в середине учебного года, в начале года это точно. Здесь, пожалуйста, все можно купить, все есть. Причем я вам хочу сказать, что это не реклама, это просто обзор магазина. И просто я по нему ходила, зашла. И пластилин, смотрите, какой красивый. Выбор какой большой пластилина. Просто море. Разные цвета. 40 расцветок пластилина. Бумага вот здесь разных форматов. Ватманы есть. И вот это вот в рулончиках там миллиметровка. И вот это прозрачная, забыла, как называется. Через которую можно... Раньше называли переводка, копирка. Не помню как. Вот этот отдел мне очень понравился. Прям очень. Столько мелочей для поделок. Краски, блестки. Глиттер рассыпной. На клей его можно садить, украшать любые вещи. Вот эти все деревянные штучки, пуговки. Для скрапбукинга, для открыточек, для каких-то там... А вот этот вот планер, плановик, как правильно называется, тоже какая удобная вещь. И уже оформлена очень красиво. Деревяшечки, смотрите, какие. Для тех, кто шьет кукол, просто бесценный рай. Делает какие-то там поделки. Мини-домики. Какую-то одежду для кукол. Фетр продается. Вот это вот сжатая бумага, крепированная. Из нее очень многие цветы делают. В общем, короче, прям я в этот отдел влюбилась. Алмазные мозаики, картины по номерам тут есть. Не очень, конечно, большой выбор, но есть. Ежедневники мне вот эти очень понравились. Вы любите ходить по таким магазинам? Я обожаю прям. Пишите в комментариях, где еще есть у нас в Перми такие магазинчики. Всем пока, всем хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. До новых встреч!